Ковчег, сложный аппарат, неизвестный нам агрегат, производит манну небесную, синтезируя воду пресную. Внутри большая прозрачная голова, радужный источник в центре видит едва. Вокруг него конденсируется небесная роса, воспроизводится пища, управляют небеса. Дистиллятор, верхняя часть ковчега, охлаждает воздух, все для человека. Конденсация подает воду в сосуд, структура хлорелла зарождается тут. На агрегат направляется источник света, выращивая массу белопрозрачного цвета. Таких подобных машин сегодня нет. Кто же создал для нас этот ковчег? Таких подобных машин сегодня нет. Кто же создал для нас этот ковчег?